Евгений Стеблов родился в 1945 году в Москве. Прапрадед актера Павел Акинфеевич Стеблов, -1888. Крепостной служащий на заводах Демидова в Нижнем Тагиле. Родом из села Петровско-Верейского уезда Московской губернии. С 1855 проживал в Томске. Колыванский купец второй гильдии, 1858. Колыванский купец третьей гильдии, 1869. Мещанин, 1873. Служил капитаном на пароходе Георгий, его старший сын, прадед актера Павел Павлович Стеблов, 1850-1914. Купец, генерал, депутат городской думы, инспектор, директор мужской гимназии в Г. Рыбинск, его сын, дед актера, Виктор Павлович Стеблов, 12 февраля 1877 года, Нижний Новгород, 1956, не афишировал свое происхождение, в графе «Социальное происхождение» писал, из служащих, отец, Юрий Викторович Стеблов, 1924-2000, радиоинженер, мама, Марта Борисовна, 1924, учительница, дядя, Виктор Викторович Стеблов, знаменитый в Москве библиофил, директора с открытия, 1958, книжного магазина, Москва, окончил театральное училище им, Б. В. Щукина, 1966, с 1966 года. Актер Московского театра им. Ленинского комсомола. В 1967-1968. Актер Центрального академического театра Советской армии. С 1969 года. Актер театра им. Моссовета. Первая большая роль в кино. Саша Шаталов в фильме Георгия Данелии. «Я шагаю по Москве». 1963. Член КПСС с 1978 года. Режиссер ряда спектаклей, автор повести «Возвращение к ненаписанному» 1983, статей. В 2001 году Евгений Стеблов был ведущим телеигры «Клад граф Н» на телеканале ТВЦ.